Продолжаются торжества по случаю 50-летия основания Тибетского автономного района. В Лхасе в связи с годовщиной находится делегация из Пекина. Ее возглавляет член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ю Чжэншэн. Сегодня он выступил на торжественной церемонии. Ю Чжэншэн отметил успехи региона в развитии и обрисовал основные приоритеты на будущее. Среди них экономический рост, защита экологии, повышение уровня жизни. Свои предложения Ю Чжэншэн расписал по пунктам. Во-первых, нужно укрепить межэтническое единство. Защита национального единства и повышение солидарности между разными народностями соответствует фундаментальным интересам тибетского народа. Во-вторых, управлять Тибетом на основе закона. Этот принцип — существенная гарантия долгого, продолжительного мира и стабильности в регионе. Мы должны ужесточить борьбу с сепаратизмом, бороться с деятельностью сепаратистских группировок, решительно защищать национальную сплоченность и стабильность в Тибете. В-третьих, активно продвигать экономическое развитие. И здесь мы должны придерживаться принципа приоритета экологии. Четвертая задача — повысить уровень жизни. Улучшение благосостояния народа и повышение его сплоченности — это стартовая точка и одновременно главная цель социально-экономического развития Тибета.